Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Сегодня вот такая вот тема для обсуждения. Хочу поглубже влезть в эти две планетарки Сакс и СРЭМ и рассказать, почему при переделке, когда вот я показывал, у меня есть видео, когда я показывал, как убрать ножной тормоз и чтобы были все передачи. То есть почему при переделке повышается, увеличивается накат именно самой планетарки. И это не выдумки, это действительно проверено, это факт, это проверено уже не на одной планетарке. Ну, то есть чувствуется, вот даже когда едешь, вот крутнул педалями и едешь, и планетарка катится, катится и катится. И почему я хочу это все рассказать и показать, и доказать, что это так и есть, потому что есть комментарий у меня на канале, где я со своим знакомым дедушкой катался на его велосипеде и говорил, что да, колодки убрал, все, велик катится, и один подписчик написал, что я чушь несу. Это не чушь, это действительно правда. Сейчас я это все покажу вот на Саксе и на СРЭМе. Смотрите, что получается. Вот сами колодки. Когда мы их убираем и переделываем всю систему, мы снимаем вот эту вот пружину. Вот эту вот пружину. Эта пружина, если вот так взять пальцем, покрутить ее, она вот чувствуется, она очень тормозит. Значит, получается вот так, когда стоят колодки в этом, вот прорезь это, стоят колодки в корпусе. И сверху прижимается вот так вот рычагом. Рычаг стоит на месте. Колодочки стоят в корпусе, но они корпусу не касаются. Но планетарка крутится. Вот так вот работает планетарка по ходу движения колеса. И вы видите, что вот эта вот пружинка, вот эта вот пружинка, она стоит на месте. А сам вот этот вот механизм с двумя вот этими собачками, он крутится. И это действительно создает сопротивление. Если даже вы смажете здесь вот эту вот пружинку. Сейчас я сниму. Если вы ее даже смажете хорошо, да, она все равно не будет так вот скользить очень-очень хорошо. То есть, когда вы ее снимаете, когда вы ее снимаете, вы же убираете еще и колодки. Колодки то полбеды, а вот сама пружинка. У вас планетарка крутится. Все, здесь никакого зацепления вот так стоит. Вот. Здесь никакого зацепления нет. Планетарка крутится легко. Если же мы одеваем колодочку и прижимаем. И вот уже даже пальцем чувствуется, что есть сопротивление. Это по планетарке Сакс. А это по планетарке СРЭМ. Здесь пружина вот такая, здоровенная. Тоже прижимается. Сверху рычаг, просто рычаг сейчас снят у меня. И вот здесь вот так стоят колодки. Одна, вторая и третья колодка. Вот прижата. Крутится, крутится, крутится. Сейчас, секундочку. Планетарка крутится, крутится, и чувствуется сопротивление, даже если вы сюда смазки напихаете. Здесь вот эту пружинку хорошо вот так вот снимите и смажете. Все равно сопротивление присутствует. Когда мы это все переделываем, мы эту пружинку убираем, хотя на этой планетарке можно пружину и оставить для того, чтобы убрать тормоза, колодочные я показывал, можно эту пружинку оставить, но лучше сделать сюда, как я показывал, шайбу для того, чтобы этот механизм вверх не уходил. Пружина-то будет его держать, но сейчас не об этом. И вот смотрите, мы убрали пружину, поставили наш вот этот вот так механизм, и вот когда мы крутим, вот, смотрите, как легко крутится.
поставил пружину назад, одел. Теперь смотрите, есть сопротивление. Так вот, такая штука получается. Я думаю, что я подробно рассказал, ответил, ну, как сказать, не то, что ответил, а доказал, что действительно это факт. Если убрать эту пружину и убрать тормоза, и сюда сделать специальные, как я показывал, в ту шайбочки, и шайба такая прижимная, и шайба промежуточная, то действительно увеличивается накат самой планетарки. Вот такое вот короткое видео. Палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!